Сегодня у нас 22 декабря 2022 года. Вот мы с братом Владимиром поставили маяки вчера. Все они стоят в одной плоскости. Плюс-минус миллиметр, наверное, так. Они все подсвечиваются зеленым цветом. То есть луч, один луч, он попадает сразу на все маяки. Вот. Вот здесь два маяка. И здесь еще 7-8 маяков. Вот. Берем правило. И вот так вот проверяем. Вот. Вот здесь он четко прям лег. Здесь четко лег на маяк. И здесь четко лег на маяк. То есть сплошным раз. И все. То есть нет. Качелей нету. Ну, кое-где, правда, есть качели. Не сказать, что все везде идеально. Так, где-то я тут видел. Вот тут. Вот тут лег. А вот тут небольшой зазорчик. Миллиметрик. Ну, говорят, это допустимо. Миллиметр при качеле получается пополам, по полмиллиметра. Ну, или по миллиметру, может, я там ошибся. Ну, вот так вот. Здесь вот маленький маячок еще. Вот. Вот видно, что лазер попадает на маяк, и уровень дальше светит. Вот, то есть он по кромке, по самой проходит по кромке. Вот здесь тоже по самой кромке вроде бы как не попадает, да, а пальцы подставляешь, и по самой кромке он идет. Здесь тоже вот пальцы подставляем, и он светит. И здесь тоже, вот он, то есть луч прям идет по всем этим маякам. Ну а так, что еще? Вот, зацементировали 1:4. Здесь такая вот дыра была, это для шумоизоляции. Там под ней, между вот этими вот блоками, пустота, напихали туда минеральной ваты. Вот, и надо еще вот вверх тоже заделать. Вот мы начали здесь, да, заделывать его, этот верх. Вот начали заделывать, дощечки прикручиваем и туда закидываем под них. Вот, вот здесь сбоку заделали до труб. Ну а где трубы, тут уже будем по-другому делать. Вот так. Ну все, слава Христу.